Под флагом добра в 12-й раз благотворительная акция пройдет в Нижегородской области. За это время в регионе удалось собрать более 36 миллионов рублей. Нижегородцы помогли 82 детям. 6 сентября на стадионе «Нефтехимик» в Кстове состоится футбольный матч между сборной правительства Нижегородской области и командой российских знаменитостей. А в 17:30 начнется благотворительный концерт. Часть собранных средств пойдет на оплату реабилитации для 10-летней Насти Шаманиной. У нее детский церебральный паралич. Девочка очень любит гулять. Правда, пока делать это без поддержки взрослых не получается. Нарушена у Насти и речь. Все остальное она пытается делать сама. Одеваться, умываться, она все чистит зубы, она даже готовит, убирается. Она ухаживает за своими собакой-кошкой. То есть все, что должен делать ребенок в 10 лет, она делает. Заболевание Насти – следствие родовой травмы. Лечить младенца начали незамедлительно. Реабилитацией девочки занимались и российские, и зарубежные специалисты. За плечами у Насти множество курсов лечебной физкультуры, занятия с логопедом и дефектологов, бассейн, ипотерапия и иглоукалывание. Все это позволяет ребенку ходить в школу, общаться со сверстниками и развиваться. Ей нравится ходить в школу. Ей очень нравится общаться с детьми, с учителями. Вообще... Она очень любит людей. Для того, чтобы Настя твердо встала на ноги и продолжила обучение, ей необходима комплексная реабилитация. Заниматься необходимо с несколькими специалистами одновременно. Только тогда усилия могут принести результат. ЦП – это образ жизни. Не будет такого, что не будет диагноза ЦП. Он будет стоять всегда. То есть это нужно понять. Это нужно принять. Внести свой вклад и помочь Насте Шаманиной пройти следующий курс реабилитации в ваших силах. Для этого необходимо отправить смс на короткий номер 3434 со словом «матч» и через пробел указать сумму, которую вы готовы пожертвовать. Перевести деньги можно до 15 сентября включительно. Количество смс с одного номера не ограничено. Поможем вместе под флагом добра. Валерия Стародумова, Василий Низов. Время новостей.